Друзья, привет! Сегодня у нас новый обзор интересного бокса группы Demons of Guillotine. По-русски Демонов Гильотины. Это black metal группа, которая была основана в 1997 году, 25 лет назад. И вот по случаю выхода нового альбома и 25-летия группы они вот создали такой замечательный деревянный бокс. Здесь пентакли с каждой стороны. Ну, посмотрим, что внутри. Вот он так красиво открывается. Выполнено все же на высшем уровне из дерева. Прекрасная картинка к новому альбому «Солнечный яд», который вышел в этом году. Ну что ж, внутри сам диск. Здесь буклет с автографами музыкантов. Вот. Посмотрим, что еще тут есть. Две открытки, также с автографами. Бутылка какого-то пойла. Смотрите, такое голубое. Это творение друга музыкантов, алхимика. Он называет его кисель. Но я так понимаю, что это что-то наподобие крафтового синего рома. Вот. Рюмочки с логотипом группы. Две, соответственно, киселю. Что еще тут у нас есть? Нашивка. Брелок с новым альбомом. Два магнитика. И футболка. Футболка также приурочена к новому альбому группы «Солнечный яд». Красота! Вот такой вот прикольный боксик, который сделали ребята. На самом деле, очень крутая группа, которая была на прошлой неделе в Казани и давала замечательный концерт в клубе «Синдика». Жалко тех, кто не были, но сожалейте молча. Всего доброго.